Driven by the need of development and achievements, humanity seeks opportunities to discover new worlds and perhaps new dimensions. We are the first colonists, laying the foundation for future generations. It's your turn now. Show your survival skills, unlock technologies, and remember, the galaxy is yours to conquer. Игрушечка называется Astra Colony. Вроде бы. Не помню. Так. Эй, куда? Лобный гобот. Уйди от меня. Уйди от меня, ты страшный. Уйди от меня, я сказал. Добро пожаловать, колонизатор. Я робот А и был запрограммирован для обучения с новым следовательным советом. Начните создавать свою собственную колонию. Чего у тебя глаза, как будто тебе торпеду в задницу вставили? Представляешь, какой ты страшный. Ну хорошо, далее. Так, используйте ВСД, чтобы двигаться, пробил, чтобы прыгать. Да. Я тебе говорю. Пока! Я еще и по космосу могу прыгать, да? Разбиться не могу. Так, ладно. Чтобы переключить реактивную реальность, самолетический он будет удерживаться в основе, если вы управляете высотой с помощью пробел Alt. Все же советы, посмотрите голос, откройте его, используйте мышь штаб или клавишу G. Значит, откройте, используя. А, таб нажимаешь, что здесь выбираешь, да? Там отдельная продукция. Это у нас ресурсы, которые есть. Реактивный ранец. А, строительство, карта, меню паузы, карта. Я надеюсь, здесь за музыку я по жопе не получу. На тебе. Так, ладно. Так, музыку бы, наверное, потише сделать немножко. Общую громкость. Давай. Так, нет. Ну, громкость вот музыки в игре я вот так вот сделаю. Я по тебе, в принципе, могу бегать, да? Так, если вам нужно за это посмотреть... Да уйди ты нафиг! Кубики льда надыбали. Так... Ты у нас что? Меч. Да, я согласен, можно поиграть с Space Engineering. Давай посмотрим, что это такое хоть немного. В принципе, довольно забавно, я тебе скажу. Так, железика, да? Отлично. И у нас побольше. Так, вот вообще есть какая-нибудь автономная добыча астероидов? Я что-то замахаюсь так. Добывать руду. О, углеродная руда.
Так, ну давай до двадцаточки хоть доползем с немного. Фундаментальную науку я изучил, долбя камни. Какая прелесть. Серьезно, ты издеваешься надо? Так, немного углеродной руды надо было, да? Теперь мне интересно другое. И у нас что такое? Железная руда. Науку изучили. Так, вот, медяшечку вижу. Так, здесь тоже медяшечка. Так, ты чё улетаешь, скотина? О, смотри, там камушек большой. Так, ладно, тихо ты. Давай-ка вот слетаем он туда. Что-то такое. Так, невозможно использовать буск. Планетоид, залежи углерода. Типа. Факт, что? Так, а мы что, можем еще свой хренотень расширять таки? Интересно. Так, а ты? Точно же? О, уже. Полтон. Так, ой. Ладно, льда немного мне пригодится, я так думаю. Вообще-то разрушение астероидов я бы сделал по-другому. Ну, наверное, какая-то есть автономная добыча. Далеко собрался, юротик. Так, залежи железа, планетоид, меди. Так, и теперь мне надо что-то построить. Пол. Лады. Так, инвентарь игрока. Строительство, окей. Так, и на устройство. Тут потом... По татарам, по потом. Пол, стена. Так, а мне вообще как-то... О, дерево технологий. Ага. Открываем все в соответствии с деревом технологий, самодельные провода. Породные. Так, электричество. Вода в любом случае. Так, самодельные листы, уничтожение, бустер, нет, металлургия. О, улавливание метеоритов. Металлургия. Так, инженерия, чего она мне даст? Так, самодельные листы. Ну, давай. Бустер, снабжение, водород. Инженерия, логистика. Ну, хз.
Так, начинаем типа строить. Пауза. Строительство. Мы можем построить, и ни хрена мы не можем построить. У нас здесь есть вот такая вот ботва. Так, это переплавить все как? Да я понимаю, что построй плавильную печь. Вопрос как? Это уже интереснее стало. А, на кухне. Что-то готовится. Кислородная, вот, плавильная печь. Ура! Не, ну у меня сейчас вариант другого. Как бы... Можно вопрос? Ладно. Построить плавильную печь, да там есть. Как? Я тебе, бляха, построю. Я могу предположить, что мне тут что-то надо будет разобрать. Резко неожиданно. Можно только повернуть. Все же таки, значит, в инвентаре мы можем как-то плавить. А вот самодельный железный брусок. Ладно, дело уже бесконечное. Потом это и это. Нет, железный лист пока не надо. Ну тогда уж три штучки делай. Этих тоже три.
Немножко железа есть, немножко меди есть. Теперь можем поставить где-то плавильную печь. Там. Где поставить ее? Давай здесь вот. Так, это у нас природный реактор. Я так полагаю, электростанция. Берем. Ясненько. Немножечко. Так. Не очень скажу, что это удобно, аж капец. Так, все, хорошо. Производство. Родная руда. Ты нам даешь 10 энергии. Вау. Мне, кстати, кислород кончился. Плавильная печь еще одна. А, так мы делаем кислородную установку. Хорошо. Я понял. На них вот. Так, значит, нам нужно набрать льда. Окей. Окей, окей. Железо, медь, он неплохо выпадает. Да, я вижу, что тут написано. Довольно-таки приятно. Так, здесь у нас чисто... Железо все правильно посмотрел. Так. Железо есть, медь есть. В автомате ты, конечно же, не перерабатываешь. Что знаю? Нет, автоматом перерабатываешь. В порядке. Это очень много надо. Так. Энергию ты производишь. Можем эту хрень построить, а? Так, запитали. Угу, ты у нас трех делаешь два. Чудненько. Так, значит, мы, значит, сейчас все это отрубаем все. Какое чудо. Так, мне скорее всего много меди потребуется. Надо улавливатель. Так, углеродика тоже возьму. Тяжки еще подставлим себе сейчас. Так, железика надо побольше, да? И золото бы где-то еще надо быть.
не разбивайся. Эх, улавливатель, точно. О, ледочек. А там что-то за голубенький какой-то странный. А, это с углеродом, смотри, то есть... Вот это вот интересно сделано, то есть лед с чем-то внутри. Попил водички и поел. Это мне железо как бы нужно побольше, дяденьки, тетеньки. Ротелы, блин. Меня маньяк еще робот преследует, я его боюсь. Страшный. Куда собрался? Так, ага, вот еще железика. Так, не вижу я железо, ля-ля-ля-ля-ля. Вижу. Железикой. Ну, немножко золотой руды. Давай мы кислород сразу подпиндюрим себе. Потребление 1. Потребление 3. Выход 10. Так более-менее. Мало золотишка, конечно. Медяшки хорошо, железо гуд. Это что? О, уловитель метеоритов. Вот это вот хрень нужна. Я сдохну тут так их собирать. Ой, что-то мне это напомнило все. Так, притянутый, потребление 2, ну ты работаешь или? Потребление 2. Ясно. Вот это уже интересно. Я думал, он автоматом будет вылавливать. Ё-моё. Так вот представь, вылавливаешь, что метеорит у тебя лобешки, хрясь. Правда, с метеорит закончил. Чё ты так долго? По одному метеориту, что ли, там будешь обрабатывать?
это реально, что ли? Так все грустно, настолько печально. Не ожидал. Нет электрического кабеля. Давай три. Так, железный провод мне не нужен, но медный нужен. Даже не три, а... Так, так, углеродик-то где-нибудь тут и ема или не ема? Дерево технал. Но оно здесь довольно приличное, слушай. Материал, воз. Да, здесь, слушай, можно поотрываться в этой игре довольно сильно. Ну, как сказать вам вообще, вот по большому, по большей части. Приятная игра сделана, советую поиграть, она новая. Еще обновляется. Так, добыча ископаемых. Автоматическое управление. Надо до этой хренотени доходить. Не хватит, да? 5-6. Планирую. А ты это даже не можешь взять. 4-6. Притык же вроде. Да вот нифига. Так, на Е вход, на Q выход. Ну чё так нормально отстраиваешь все базы, потом колонистов приглашаешь? В принципе, такая, народ, нормальная игрушечка, как можно посмотреть. Но она, говорю, еще развивается. Я по ней такой примерный план, конечно, составлю, но такие игры, они... Ну, как сказать... Только время покажет, насколько она хороша. Всем удачи, всем пока.